4 нормально двигаются. Ну как нормально двигаются? Не то чтобы они двигались, они просто немножечко видоизменяются. Ну как немножечко? Примерно полностью. Знаешь, от боевой машины пехоты до куска металлолома. Или как там, БРДМ, это боевая разведывательная десантная машина, верно? Стрим только спасает. Ну, печально, что только мой стрим. Чтобы не приходилось ничего спасаться. Хотелось бы. Так, ну что мы сейчас собираем? Здесь не вещички, и получается. Идем дальше разбираться с чуваками на в этом пикадо. Боевая разведывательно-дозорная машина. Что Nvidia 40 серии будут потреблять. Да, слушай. Это очень интересно, конечно. Но Nvidia 40 серии это теперь где-то. Где-то в ебенях. Понимаешь? Сколько она там будет потреблять? Выбивал чел с БРДМ рысь, по-моему, один раз бабахнул. Но это не точно. Но это не точно. А, нет, я бабахал. Да, да, я бабахал. Или нет? Подожди, ты мне... У меня, знаешь, у меня есть воспоминание прям точное. Но, возможно, это сделал не я. Может быть, я увидел. Я не помню. По-моему, я выбивал. По-моему, да. По-моему, это было на Мирамаре. Было вот на этой горе. Вот на этой горе. Или где-то вот тут я... А, вот тут я, по-моему, был. Тут чел такой какой-то хуяк. Я его выбил. Че теперь, на 38 всю жизнь будешь сидеть? Нет, конечно. А
очень много будет потреблять 40-я серия. Это очень много. Очень. Но вообще, чуваки, которые берут там, ну, супер топовые вот эти все, они вряд ли кого-то из них будет останавливать особо энергопотребление. У меня нет 3090, у меня 3080. Бля, а сколько ж... Ладно. Отставить. Пошел лутать, типа. Есть уже чел, мемы, где чел 40-ю подключает за окном, как Андей. Так он давно был, по-моему, с этой, с 30-й серии сразу же начали мемить о том, что 40-я серия будет огромной. Там такие кондеры. Я даже выкладывал где-то. Я даже где-то у себя выкладывал. Бип-бип. Помню, когда только вышел PUBG, я так кайфовал, а сейчас уже не те ощущения. Ну, разумеется, не те ощущения. Это нормально. Конечно, надоело уже. Может, интерес поддерживать, если, ну, игра как бы не меняется. Нужно, чтобы что-то другое было, чтобы что-то ее, знаешь, могло сменить. Делай что-то, что захватило бы внимание. 9к часов набил уже? Да, да, у меня 9395, почти 9400. Чешир дарит сабочку для Зефир. Ты как-то поэтому...
Это типа как рэпчик, Чешир, Зефир, ты вот исходя из этого подарил Сабочку, да? Ну, типа, у нас примерно одинаково ники заканчиваются. Е, лови Саб. Нужна теорема Эскобарова. Я слышал там, что лимонад разбирается в такой. Зефир, откидывайся на спинку кресла. И большое спасибо Чеширу. Ой, а мы Фокса сейчас приветствовали? А, ну 30 месяцев, мы не могли Фокса не приветствовать. Это исключено. Я да. А шо ты да? Вон, 4 утра. Shit, man. God damn. Сегодня 4 бейс не спать. А, за аксиому Эскобара шаришь, что это только. Все, я понял. Теорема, аксиома. Ой, это тяжело, конечно. Но это вот эти вот эскобарские темы. Макич, лоброй ночи. И тебе тоже лоброй ночи. Yes. А попы нету? Попы не будет на мемку. Кажется, нет. Прям, брата. Можешь сказать, на какие кнопки у тебя на мозге крутится вверх-вниз? Блин, не знаю, ты меня в тупик поставил. На Ctrl, наверное, и на пробел. Ах, ты когда назад поворачиваешь справа, не страшно этого хорька ночью видеть? Это сова. Мэн, это сова. А что, куда я хочу? Похоже на лемура. Да не похоже на лемура, похоже на сову. Ну, может быть, немного на лемура, но на сову. А, может быть, у него была жопа на им. Надо бы глянуть. Может быть, а вдруг?
Так, сейчас проверю даже специально. Ну да, пробел это на дб, а козла это на контру. Это маг, у него впритык рожок не заходит, а потом пьяные выстрелы в потолок в хэды. Да в смысле, нормальные, какие пьяные, все было отлично. Я все контролировал, я специально сначала немножечко его расслабил, чтобы он подумал, что я такой себе стрелок. Он особо, ну, перестал вилять. Поехал по прямой и сразу же получил. Так это и работает. О, shit, man. God Опа, автомобил. Еще один автомобил. Поиграй с аирдропскими пушками. Но это надо, чтобы аирдроп толтать. Были аирдропские пушки. Вот. Ну, туре с дропом каждый может с этими. В третьих жилетах, в третьем шлеме, шлемчике. Третий шлем же как бы помогает тебе, если что, бычку включать, потому что знаешь, что у тебя моська под защитой. Это дело такое. Я не вижу никого. Хотел сказать, я не слышу, но тут... Летел. Филик. Я его приземлил.
А, по-моему, он все. Я, конечно, не эксперт, но если за 3 шотов никто не двигается, я полагаю, что это, скорее всего, бывший летчик уже. Вот, работало. Блин, ну мне вряд ли нужно идти туда обычно, того чела. У меня и прицел такой 4x. Он еще и на высоте. Ну саму ко мне надо будет. Ёб твою мать, ты что, гонишь? Хорош. А мне куда хотел попасть вообще? На этой птичке вообще можно сесть. Да, да, мы же садились много раз. И садились, и взлетали, потом, потом снова садились. Прицел 3x? Серьезно, мэн? А чего ожидать от чела без штанов? Вообще, конечно, можно. Чего-то внятного? Не Да, я так понимаю, что здесь со всех сторон так будет происходить, что какой-то чел внезапно откуда-то будет возникать. Перестрелка. Попа есть? На мемку. Ищу попу на мемку. Опа. Попа была. Чуть не пропустил. А я не пропустил ее чуть, потому что я ебоглаз.
Я не буду, короче, на рожон лезть. Сколько каток было загублено? Не понял. Блин, это выглядит как... Сами поняли уже, да? Как это выглядит? Грена сейчас прилетит. Ну, я знал, что там кто-то сидит. Поэтому и не лез туда. Не думал, что я позволю тебе, так как я тебя увидел, что-то делать еще. Блять, здесь еще есть чел. Но это не точно.
Хорошо. Коврик кончил. Окей, let's go, baby.